Только что с новой почты. В общем, вот она посылочка. Смотрите. Вот такие красавцы к нам приехали. Плюс еще два Simple Dimple. И рок-товарищи. Ой. Красавчики. Ну, в общем, вот эти бейблейды, понятное дело, куда уже отправляются. Виталий на день рождения. Так, я закрываю, потому что Виталий любит открывать посылочки. Все, теперь ждите поздравления. Оно уже будет 26 сентября, ребята. Поздравьте Витальку, он этого заслуживает. Дика, ну как поздравление? Очень круто, смотрите, ну, сколько... Простите, что не засняли. Ну, Виталь, показывай подарочки свои. Вот, это 3D-ручка, ее я подарил. Угу. Ну, я еще подарил мою любимую шоколадку Milka Oil. Как вы знаете, два бейблейдика. Это те фаеты, это 3D-ручки. Дальше гигантский набор. Большой, ну, с руку. Кстати, ты знаешь, что корону можно снять сейчас? Именинник, Happy Birthday? Да. О, еще, кстати, машинку, смотрите, да? Машинка, да. У Виталия коллекция машин, у него и Ламба есть, и Жук, Volkswagen, ну, короче, богато. Виталий изучает, короче, инструкцию к ручке, да? Ну, в общем, Виталий, нас пацаны ждут, поэтому идем на улицу. Да. Привет тебе, давай, когда синчетик с вами, Виталий, Юля, Ваня, Тимофей, Никита. Саша еще не вышел, но сегодня у меня день рождения. В общем, на канале 434 подписчика. Я вчера Дане говорю, хоть бы на канале было 434 подписчика. Спасибо всем. А вы так и сделали это. Ну просто еще у нас анонс, знаете, каких двух волчков шестой сезон? Это Циклон Октовой и Динамит Беллио. Вот такие красавчики. Будет, конечно, обзор, но чуть позже. А мы поехали куда? Макдональдс. Праздновать. Поэтому... Ребята, это в общем, Саша уже пришел. Мы в Макдональдсе, и в общем, мы заказали еду на 7 просто все. И, ребята, пока еду готовят, мы развлекаемся, подкалываем пока друг друга. И запускаем бейблейды. Почему? Я не знаю, почему мы все полезли к тобой. Все. Потому что он сильней. Смотри, Виталь, через камеру кажется, что он едет сейчас вот-вот упадет. Потом посмотришь. На самом деле нет. На самом деле очень даже крутой крутится. А кто больше вам нравится? Ну, Рок-товар или Эйбелю? А давай кому первому прийти Рок-товар, то тобой бросать. Давайте заново. Давай. Драть. Вот я делал. Даня. Даня бросать. А он никому. Выйдем всего Юя. Юя, я не умею. Что, принеси и похавай, да? Да, не, Вань. Что у тебя, Вань? И кайкос, и пьян. И игрушечка, да? Для чего мини-мони и пьян? Попей. Это игрушка с майкой. Виталька, а ты что себе заказал? Я один бургер. Теперь смотрите, в Макдональдсе теперь вместо бургера можно выбрать чикен-дрикер. А ты давно уже? Наггинсы. Что, у меня Бакс-бани. У меня картошка. Бакс-бани, ну, а, ну можно? О, да. Вот такие кролик подойдет. Подожди, можно покажу? Ну, вот да. Есть еще и кнопочка, а можно делать вот так. Класс. У меня какая-то утка бракованная, что с ней делать? Качаем ножки. Качаем. В принципе, у всех одинаковые, да? Вот Бакс-бани, вот это дофидаки миньоны, да? Ну, блин, повторно. А я себе Хэппи Мил не заказываю. Я Биг Мак. Биг Мак. Двойной. А еще похож как гипс-бургер. Да. На гипс-бургер. Ну все, сейчас мы похавают, ну, они похавают. После десерта пойдут туда. Нет, мы сначала такой дождем это, пойдем туда, а потом в десерт. Ясно. А в принципе похавал, ребята доедают, да? Ага. Кайф? Сань. Да, вот он. А ну давай распаковывай. Так, эту коробочку на контроле сидит. Чуть. Взял клеточки, чтобы не вырвалось. О, три Бакс Банни, чешу? Да, три Бакс. Ой, давайте вместе ушами по телепам. Никогда не берите эту руку. Короче, дофида, короче, сломан. Он не... Что ты сделал? Подожди, смотри. Давайте я разгадаю. А, ребята, я разгадал. Никита разгадал секрет. Можно показать? Какой-то... Ребята, какая-то тебе аена едала. Сейчас засуну мяч. Нажимаем на лапку, только сильнее. Видите? Непрофлованное. А мы думали, что он мяч. А мяч съедим. А ну, тут кролики, да? А ну, смотрите. Кто что наел? Кто наел?
Я короче, лучше вот так его перепасть. Я туда пошел. Нет, сейчас. Вот так надо, вот так, вот делай пальцы. Вот, понял? Папин, смотрите на этого божества. А ну, Ники, покажи. Кого застрелить? Смотри, с таким вот лицом. На вас нападают. На вас нападают две утки. Вот так. Ваши действия. Можно посмотреть на кролика? Ага, значит, идем домой уже, Виталий? Домой идем? Нет. Да, идем домой, мама мне купила вот такое. Вот, мне Саня подает 500 гривен, и за эти деньги я купил это военный сайпак. Сейчас покажу. Попался? Сейчас покажу. Ну, новое, да? Да. Куда мы сейчас идем? Мы идем запускать цветной дым. Короче, говорят, дымовуху. Короче, будет красиво, не да, переключать. Мы сейчас проведем маленький опрос о любимом вашем персонаж из АТБ Арена. Кстати, пока пока. Кстати, мы хотим сделать ролик про АТБ Арена. Будем кстати, Вася, смотрите, что мне попалось. Скорее, вы Бальтазар. Будем летать делать АТБ Арена? Да, конечно. Нет, ребят, если вам интересна все еще эта тема, то... Смотрите, ребят, я настолько щедрый, что Саня две легенды и эпика подарил. Ты покажи свои карты, которые я тебе подарил. А, подарил ему? Да, вот такие. Вот тебе таких нету? Нету? Ну тебе повезло, Сань. Я. Смотрите, что мне попалось. Скорее бы Бальтазара, Маунгой, Лиса. Теперь у нас для полной коллекции не хватает 6 карточек. И все, ребят. То есть один артефакт Немезиса, 2 Титана из прошлого сезона, ну, лимитованного. Будь здоров. Во, правда. Легендарного орка не хватает. 2 титанов вот из вот этой коллекции, там, из... не помню как. Да, и это заехал, и как там еще один? Биомассы. А, и не хватает еще 2 звездной валькирии. Прикиньте, самую фиговую, это у нас нету. Дальше мне выпал Сёгун Ода. Mm-hmm. Ну, говорю, у нас такой... все есть, поэтому, в принципе, мы... Да? Ну все, не переключайтесь, у нас сейчас следующая будет... Идем запускать дымовую шаху только на... где-то вот там вот, потому что, ну, может быть опасно. А, тут? Сейчас будет. Все будет. А то что там? А то сейчас будет происходить со всеми машинами. О! О! Вау! Ну что? Сейчас Джин вылезет. Сейчас Джин! Билли Джин вылезет. Ого! Сейчас бери джинсы. Ребята, это концовка этого видео. Вон там дым закончился, он очень горячий, снизу нет. В общем, я... Это был день рождения Виталича. Это был мой день рождения. Нужно поздравить его. Да, поздравляйте, пожалуйста, 500 подписчиков. Это вот такая. Ну, этот подарок, надо двигаться к этой цели. В общем, ребята, в этом видео снимался я, Виталя. Саня, пока. Юля, Тимофей. Ваня, Никита, и... Таня, Виталя. В общем, вся семья. Все. Всем спасибо. За просмотр и пока.